делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. И снова здорово, дорогие друзья, любители красивого киберспорта. Продолжаем смотреть за Decider матчем группы С в рамках европейских квалификаций к Star Series League 6 сезону. Микрофона Гомер. И замечательная пара коллективов, которая будет сейчас играть, это, конечно же, все те же Sprout и Prosto. Третья карта, Нюк. Не удалось нам определиться с коллективом, который все-таки сильнее по итогу двух карт. Мираж забрали Prosto, а Inferno забрали, соответственно, Sprout. Каждая команда смогла все-таки одержать верх на своем пике. И вот теперь Нюк станет решающей картой, которая определит участника плей-офф стадии со второго посева из группы С. Такие вот дела. Просто после того, как выиграли половину со счетом 10-5 на Inferno, не взяли ни единого раунда за атаку и, соответственно, отдав 11 подряд во второй половине, благополучно переехали на карту Нюк, в которой, как мы с вами знаем, обычно бывает очень много сюрпризов. Здесь и те, и другие, в принципе, играют более-менее относительно часто карту Нюк, скажем так. Ну, просто она сыграна 5 раз, но у них в целом общая сумма сыгранных карт за последние 3 месяца не очень велика за счет большого количества тренировок на буткемпе. У Sprout побольше. Ну и винрейт, соответственно, у просто, если я ничего не путаю, процентов 40, у Sprout где-то 58%. В перерыве чекал, где-то такая инфа есть. Плюс-минус где-то такие винрейты. Ну и пожелать удачи только остается коллективам. Даже не знаю, вот после Inferno много вопросов, если честно, у меня к Prosto и их стороне атаки. Обсуждали, что вот могут возникнуть какие-то трудности, и что вроде бы в защите провели работу над собой, все здорово, но в атаке пошла полнейшая жесть. Здесь тоже жесть, но, наверное, пока в хорошем ключе. Просто на ноге побежали по апленту и внезапно уже дошли до точки, при этом по пути найдя энтри-фраг. Но вот Кензор до сих пор своему счастью не верил, все еще проверяет позиции со Святом. Ближайший Айва находит еще минус. Это уже под нижним плентом у нас здесь драка происходит. И Фларч, который до сих пор держит на себе соперников. Да и бомба, в принципе, под Б все это время находится. Хотя, казалось бы, изначально первый экшен проходил на верхней точке. Денис увидел Свят, когда уже было слишком поздно. Сам своему счастью не поверил. Выходит, здесь Фларыча находит. Ну и так-то 2 в 2. Если было побольше времени, в это еще можно было более-менее поверить. А тут такие неприятные сюрпризы. Что это за минус? Киты. Китов я не вижу, если честно. Ни у первого, ни у второго игрока защиты. И, соответственно, оба они обречены на погибель. Только сейчас Денис нашел киты. Было слишком поздно. Без щипчиков, конечно же, бомбу это уже нельзя было раздефьюзить. 1-0. Но, как бы парадоксально это не было, выжил только один игрок, и тот из команды Sprout. Ну что, пистолетка уже есть, как мы привыкли считать. Очень часто, особенно на старой карте Нюк, на новой тоже это работает все равно. Пистолетка за атаку — это залог успеха, это то, что вам крайне необходимо. И уже, ну, не то, что гарантирует вам ГГ, конечно, это не так, но очень сильно добавляет вам раундов за атаку. Хотя это уже старомодные высказывания, и давно нашлись команды, демонстрирующие просто отличную сторону атаки, в которой у них все прекрасно. И старое соотношение сторон уже не настолько актуально, наверное, в этих сравнениях, которые мы любили и любим до сих пор часто приводить. Просто будем смотреть, тем более, что есть на что смотреть. Есть энтрифраг от НАТО, есть размен. Перси подключается. А вот тут поинтереснее. НАТО Саффикс, еще один фраг со скаута. Сикрон подключается с ЦЗ. И это раунд с одной потерей. Вы издеваетесь, должно быть. Но пистолетка есть, это, конечно, здорово. Но против форса проиграть это уже совсем и совсем грустно. Спраут не отпускают ни в какую вообще своего соперника. Ну, возможно, удастся все-таки переиграть за счет каких-то решений форс на форс. Но вот если говорить, да, про соотношение сторон, ну, Sprout, например, то у них защита берет 66% раундов. То есть, грубо говоря, 2/3 они забирают именно за дефенс. Сейчас проверю вам такую инфу за простой. Это про карту Нюк я говорю сейчас в первую очередь. За последние 3 месяца 55,6% у Prosto забирается раундов именно за сторону защиты. Такой вот момент.
в матче, который они отыгрывают. Ну, на самом деле, такие показатели не самые прочные, но неплохие. Наверное, в какой-то степени они свидетельствуют о том, что и за атаку команды могут отыграть. Надеюсь, могут после того, что мы видели на Инферно. Но в этом раунде тут хотя бы найти в себе возможности дать какой-нибудь дамаг для начала от простого. С уроном тоже все не так однозначно. Свят сидит себе на крыше, считает голубей по ходу дела, ну и просто ждет какого-то мува со стороны соперника, чтобы пикнуть его. Ну, спраут нет смысла особо куда-либо лезть. Да, бомба у Свята лежит, но зачем вам вообще нарываться на парня, у которого форс? Нашли Свята. Ого! Не то что урон, тут даже минус нашелся. Правда, моментально все заканчивается очень и очень предсказуемо. Перси забирает Свята, и это 2-1. Так, ну пока эко, давайте посмотрим, что по девайсам будет у Спраут. Постепенно 2 Галила. Ну, типичный бай стороны защиты, вы понимаете, 2 Галила. UMP, MP9 и скаут. НАТО со своим скаутом уже много чего интересного успел нам продемонстрировать. Действительно классно. Пару фрагов успел оформить в предыдущем, был минус. До этого 2 точно давал. НАТО Сафикс традиционно молодец. Ну и здесь успел раздамажить деф, пролить первую кровь, после этого дать инициативу в руки тиммейта. Ну и понятно, что против Флэка особо ничего хорошего мы с вами и не ждем. Вот это по голове было. НАТО, наверное, сам удивился, как так в него залепили. Но это Айвен тоже мастак в разыгровках определенных. Фларыч. Нашел для себя МП9. Но, правда, перестрелку все-таки проиграл. Но Сафикс прикрыл тиммейта. 3-1. Девайс на раунд судьбы. Ну просто, ох, могли начинать. Стройка раундов в своем активе, а начинают только с одним. И сейчас будет играть первый оружейный. И с первой какой-то попыткой будут сразу надеяться на врыв в игру. Ну что, а? Может быть, дальше что-то пойдет пожестче. Так, у меня тут интересная просто инфа залетела, друзья. По ходу дела, следующий матч у нас отменяется. Надеюсь, это не секрет. Потому что иначе теперь вы о нем в курсе. Но в любом случае, рано или поздно это будет известно до конца. Ну, ладно, пока непонятно. Я буду вас держать в курсе касательно следующего матча. Давайте сфокусируемся на этом. Тем более, что здесь на оружейном просто какая-то кровавая мясорубка на аутсайде, в которой НАТО уже не со скаутом, но с другой снайперской винтовкой. Савиком дает свои 2 килла. Тиммейты тоже подключаются. Просто так бежали через улицу, так отчаянно хотели дойти до точки, а в итоге остаются ни с чем. Одна потеря плюс калаш в руки здесь. 2 калаша, Галила, ВП. Ну, это типичные баи, конечно, стороны защиты. Ну, браво. Коэффициенты на победителя третьей карты. Это не шутка. Это в лайве сейчас 4 на спраут. Так, извините, кто меня здесь в студии подменит? Подмените кто-то в студии, я сбегаю быстренько к компьютеру и срочно залью что-нибудь. Нет, вы не подумайте, просто есть возможность выиграть. Но 4 на спраут. Ну, по сути, уже был один встреч, в которой у них и так 4 раунда преимущества. Ой, не знаю. Так, ладно. Пока. Попытки какие-то НАТО. Ну, просто пробустить себе фрагстат до бесконечности. Он пытается проломить как-то здесь предел в цифрах возможных данных минусов у него уже есть. Еще и квадрокил в этом раунде 11-2-1. Вот знаете, я до этого расхваливал очень сильно то, как Айвен действовал. Действительно, у него была целая куча крутых моментов, которые он нам показывал. Но здесь абсолютно как-то мы этого уже не видим. Да, друзья, такая вот для вас инфа. Матч Dreamitters против Euronics, который у нас должен был быть десайдер-матчем группы D, и мы должны его дальше были смотреть на этой трансляции и, соответственно, узнавать, кто выходит с той группы, отменяется. Соответственно, там у кого-то, по идее, должно быть поражение зачислено. Я, правда, пока еще не понимаю, кого, но
Сейчас будем разбираться. Да, техническое поражение у Dreamhatters, если я все правильно понял. Так как они не могут сыграть этот матч и его не перенесут. А значит, Euronix попадают в плей-офф. Вот такая новость. Чуть-чуть меньше интересного КСа сегодня мы с вами посмотрим, судя по всему. Но пока давайте сфокусируемся по-прежнему на этой встрече. Тем более, что наконец-то просто начинают давать минусы. Да не один, а сразу два. И это работает Свят. Святослав уже на нижней точке распечатал два лица. Дев подключается и уже работает в районе... Ого! Рампы, хотел сказать я, как еще погибли несколько игроков. Спраут, ну, НАТО в шоке. Он так потеет, так старается на всю свою команду. А они взяли и погибли в этом раунде. Не хочется портить себе КД, ни в коем случае, конечно. Ну, ладно, просто НАТО Сафикс будет пытаться сохранить снайперскую винтовку. Так, давайте-ка посмотрим, попытаются ли вообще за ним пойти игроки. Просто вообще нет, вот даже близко нет. Они разыграли раунд 5 в 0, они уже довольны. Их это более чем устраивает, так как ну, до этого было все неочевидно. И с экономикой были трудности. А тут, глядишь, еще непонятно, как следующий раунд будет проходить. Не хочется нарваться на ресет. Просто их логика ясна. Пусть НАТО останется с Авиком, тем более, что... Ну, не могут они попрепятствовать оружейным раунду от Спраут. Это просто невозможно. Слишком много денег. Там один НАТ половину закупки может обеспечить для своих тиммейтов. Так что, действительно, идти выбивать одну снайперскую винтовку ценой, возможно, потенциально нескольких девайсов. Ну, это было бы, наверное, чересчур. Окей, очередной девайсный и очередные пока что еще попытки просто подступиться к позициям соперника. Пока не настолько очевидно, чуть медленнее стали действовать просто, и это только в плюс им играет пока что, так как быстрые раунды часто заканчивались не лучшим образом. Ну и справа чуть пассивнее стали действовать, также не идя в излишнюю инициативу и не аркадят. Деннис пытается смотреть через мейн, Цикрон находится на будке. Короче, в принципе, позиции, ну, более-менее стандартные. Для Нюка более-менее все это по классике можно назвать. Интересно, что будет делать просто. У них гранат много, так что выход вполне себе неплохой, можно разыграть. Пока раскидка улицы. Ну, самое что ни на есть классика, наверное, для карты Нюк, это разбросать улицу без одного дыма. Что? А где тот самый дым, который должен был, ну, как раз обезопасить от этого урона? Я удивлен, что минус там ни один не нашелся. Нашелся минус с другой стороны, стороне мисс Свята. Но Свята вообще пытались здесь загонять. Дэмэйдж дилинг серьезный. Вот просто у них просто, ну, нет фуловых игроков. Они все дамаженные, но добить ни у кого не получается. Здесь уже и Айвен с Авиком, и Перси, который с чем-то в дым полез. И Деннис, которого заметили. Ой, привет, пока лицо рука. Деннис пытался пропустить всех мимо себя и потом как-то красиво похоронить пол вражеской команды, а в итоге похоронил раунд для своих тиммейтов окончательно. Еще один раунд 5-0 от просто. Ох, Нюк обещает быть интересным, однозначно, очень интересным. Ну что, счет 5-3. Деньги по-прежнему есть у Спраут. Их серия из 5 раундов сыграла колоссально. Плюс для этого коллектива. Ну и здесь европейцы могут продолжать пытаться вот так оказывать прессинг на соперника. Ну а просто должны думать о своих деньгах, чтобы постепенно закрепить экономику у себя. И пока это вроде бы получалось, но тут снова включается фактор НАТО Сафикса, который вначале вставлял много палок в колеса и сейчас решил снова заняться этим благородным занятием. Дефо работал, немного отошел и, в общем-то, преимущество уже есть на карте у Спраут. Деннис, кстати, достаточно интересно играет здесь. Позиция его пока прикрывается дымом, но вот дальше, да, от спиди многое зависело, который вроде как должен был давать фраг. Но с этим что-то пошло не так. Ох, Деннис, ну хоть второго пропустил, потом попытался выходить второй волной, добивать его. Кензор понимает, что здесь что-то неладное, может и префач выписать. Но Кензор жесткий. У нас пока 2 в 2. Отходит назад поближе к Фларычу. Потеряли Святые, это однозначно неприятный момент.
Ну и надежда на то, что все-таки кто-то сделает лишний стрейф. И за этот стрейф можно будет наказать. Ну, НАТО показывает инициативу. Но опять же, это НАТО, он любит портить раунды сопернику. Но Фларыч, возможно, перевернул только что абсолютно все. Он все-таки погибает от НАТО. Нужно было забирать бомбу и под это закидывал за себя гранаты. Но не удалось. Шесть-три. Двойное преимущество. И в момент, когда у Спраут реально могли закончиться деньги на закупку, и когда реально могло дело дойти до серьезных проблем, они все-таки выиграли раунд. И тем самым не сбавляют давления на просто. И это, ну, просто добавляет зрелищности матча в первую очередь. Это главное. Тут попытка быстро пробежаться, судя по всему, под верхней была. Или... А, они вниз десантировались. Спрыгнул туда Свят, еще пытались через улицу. Также быстро действует Деннис, но должны же были тиммейты проколить о том, что могли туда убежать. Не совсем я понял этот момент. Ну, большинство все еще есть на руках. Причем большинство только усугубляется. Перси сам решает отправиться в вольное плавание. Здесь, конечно, он все-таки загулял немного. Ну и теперь 2 в 3. Так, вот так встреча. Сейчас Экрон, там, где его вообще не ждали увидеть, судя по всему, находился. Для команды просто дал первый минус, перевелся на второго, забрал его. И по итогу седьмой для Спраут смог тоже забрать. Ну, давайте посмотрим быстренько на Фрагстат. Дев 1-0-8. А вчера Краш такого не делал. Ну, в смысле, малого количества фрагов. Ну, на самом деле, Шучу, конечно. Хорошо, что вернулись в полный свой состав. Но на нюке пока очень плохо идет игра у Дефа. На противовес на то Сафиксу, у которого 15 на 2, черт возьми. То есть Авик здесь постоянно находит способы где-то поднапрячь оппонента, дать первый фраг, возможно. И просто подобным образом не отпускать ни тигры, ни на секунду. Прокит Хае просто на ближних позициях уже получает очень много урона. И все это, ну, абсолютно бесплатно, по сути. Просто это перетерпели. И теперь в хэдзапах у них могут возникнуть проблемы. Перси пытается пропускать секс. Но он находится в будке, его пока еще не видели. Деннис также ищет возможности. Дымы лежат слишком густо, и непонятно, где находятся свои, а где чужие. Перси, Спиди работают все-таки. Стреляют друг по другу уже по тиммейтам. Переводки все-таки очень жесткие. Ну и какой-то коллапс позиционный. Никто не понимает, где играют оппоненты. Стреляют друг по другу. Пытаются переводиться на 180 градусов временами. Но все же это 2 в 1. И Фларыч вроде как был замечен, судя по тому, как действует здесь позиционно. Ну, теперь уж точно замечен. Спраут прокидывает флеш, пока дым еще позволяет немного пожить. Но под флешечку Перси делает выпад и забирает бедного Фларыча. Половина за Спраут. Вот такое решение показывают нам просто в попытке ворваться. Операция «Ежик в тумане» все-таки провалилась. Хотя... Ну, в какой-то момент были близки. Вроде бы и размены неплохие, но с будкой ничего сделать они так и не смогли, к сожалению. Ну, в такие моменты тоже. Раунд был авантюрный, он также, в общем-то, и провалился. Остаются только пистолеты, снова без денег остается команда просто. Давненько мы не видели экономических раундов хотя бы от одного из коллективов, но просто все-таки лишились своей экономики. Так, ну здесь будут вылетать... Но тут сразу два парня на будке, которые готовы убивать всех, кто выходит. Даже урона не очень много здесь залетело. Деннис троих похоронил. Девятый для Спраут. Ох, ну что-то просто. Я вам напомню, что просто пистолетку выиграли, но проиграли против Форсбая. Потом взяли два подряд оружейных. А спустя серию из пяти раундов от Спраут. Но что-то не позволяет это все равно выиграть. Не, ну кайф точно, они врут, друзья. Они зеркальные. Не знаю, что там происходит, но на самом деле это 4.58 должно быть на просто. Ну не бывает, да, когда 9-3 и тут победитель матча. Наверное, Спраут проиграют. Где-то 5 к 1, что проиграют Спраут. Конечно же, нет. Но, опять же, нюк. Смена сторон будет. Мы видели неплохую защиту от просто. Действительно, неплохую на Инферно. Глядишь, и на нюке удастся... зацепиться и вывести все. Если не на победу, то хотя бы на овертайм для начала.
Ну а тем временем 4 в 4. Свят загулял. Опять же, вот очень часто просто пытаются запустить какого-нибудь казачка на карте и потом от него действовать. И, по-моему, к этому уже привыкли спраут, и в запах просто их не выпускают. Здесь Спиди Сокрон сделали где-то то же самое, но неоднократно мы просто уже эти эпизоды видели. Уже столько раз погибали отдельные товарищи, которые, ну, просто шли искать приключений, а находили только смерть для себя. Деф и его одно хп. Тут бы не разбиться еще от греха подальше, а то совсем неприятно будет. А вот как раунд выиграть, так это и вовсе загадка. Так, что там с деньгами должно получаться у просто... А, ну, по идее, более-менее. Вот смотрю, тут 1600 у Дефа, если у других примерно такие же финансы. Там серия с уже 5 проигранных раундов, если я ничего не путаю. Ну, такое себе, конечно. Есть о чем задуматься. То есть байта можно из этого сделать. У вас будет парень один бомбардиром, остальные больше на подхвате. Но, наверное, все же просто ставку сделают на следующий раунд. Очень неприятно и не вовремя. У них начали заканчиваться деньги. Ну, вот... Ну, какое-то такое экономическое решение нужно было, да. Один галил на руках есть, плюс еще Каваш покупает деф, 3 пистолета. И в следующем раунде тоже бай мы увидим от просто. Это, наверное, оптимально, то, что могли они себе здесь придумать. И что, снова хотят побежать? На всех парах. Под апленд это очень похоже на то. Ну, позиции справа особо сильно не меняются. Прокидывается дым, да, это снова... Ой, а как-то Сокрон-то пригорал. Спрыг вниз, а там еще и Деннис есть. Не замечают Сокрона все это время. Он просто стоял в углу, зажмурившись. Даже не палил. Он просто вот стоял и отдыхал. Теперь второй туда же, братан. Вот это позиционные игры от Спраут. Ну, сейчас уже пойдут постепенно. Второго такого же не ждали. Но Сокрон сам проявил инициативу. Вместе с Перси отыгрывая пару. И это очередной раунд для Спраут. 11-й уже по счету. Ох. Что-то 3 раунда за атаку. Это все-таки маловато для просто. Четвертый бы не помешал, но боюсь, что... Глядишь, так и до него может дело не дойти. Ну, сейчас увидим. По сути, так гадать нечего. Но за ближайшие 2 минуты мы с вами и так узнаем, будет четвертый у просто или нет. Ну вот, раунд, да, с хорошей закупкой. То есть там было 2 девайса, оно подарило какую-никакую, но все-таки возможность на выигрыш от бомбардиров игры. Здесь же полный бай, полный фар, шавик, калаши, раскидки много. Вполне себе неплохо. Итак, по-прежнему пытаются напрягать улицу. Денис немного смещается здесь на контроль. Замечает, конечно, пролетающие гранаты в направлении ангара. Но Деннис сам настроен поинициативничать. Даже Деннис. Ему дадут инфу, что, братан, мне нужна помощь, и он пойдет колповать. Правда, здесь играл роль какого-то живого щита, возможно, или отвлечения внимания. Ну ладно. Так, ну, осталось Свят только законтролить. Но похоже на 12-3. Похоже, действительно, что так оно и будет. Свят пытается бороться. Но его усилий, боюсь, может и не хватить. Святыч, куда идти? Для начала за бомбой, наверное, 37 секунд. А это уже все, это 15 раунд. То есть здесь какой-то потребности сейвить особо и нет. Так что действительно вариантов немного. Вот такие хедшоты выписывать, если бы еще и НАТО забрал подобным образом. Тогда, возможно, из этого и пошла бы игра. Но, к сожалению, нет. 12-3, смена сторон. Замечательная музыка, которую никак не убрать. Ну и какое-то чудо, разве что может помочь просто выиграть карту нюк. Посмотрите за ситуацией. Только пистолетка и 2 оружейных подряд были выиграны простошниками. А я вам говорил, 3 раунда пистолетные, они очень важны. Было бы те 3 раунда взят командой просто, то мы видели абсолютно другой счет и куда более реальную для камбэка ситуацию. Как минимум, не было бы такой жесткой экономики у Спраут, если бы пистолетную серию они все-таки упустили. А там, вспомните, они закупались 3 раунда подряд для защиты. Это вообще потрясающие цифры, какие-то абсолютно не поддающиеся логической аргументации здравой. Не знаю, конечно, тут из-за такой неприятной
экономической составляющей вернуться в игру было очень тяжело. Ну а пока Фрагстат 4 фары, Чайван 5 вместе с Дефом 6 у Кинзора, Свят 11 на 13. С другой стороны, Нато Сафикс с его всего двумя смертями, 4 MVP и 19 фрагами. Такого товарища попробуй еще переплюнь. Еще и трое по 12 минусов. Тассекрон, Деннис и Спиди. И только Перси с его десяткой пасет задних, но и это выглядит все равно очень даже хорошо. КД в плюс, и это главное. Ну хорошо, пистолетный раунд, счет 12-3, понеслась. Пистолетка, ну, колоссальной важности. Просто она необходима как воздух абсолютно здесь. Спраут, если же хотят уничтожить все малейшие шансы и просто растоптать надежды простошников и плей-офф, то, конечно же, забирать эту пистолетку им тоже крайне и крайне необходимо. С дефом не справились. Здесь засада на рампах, с которой еще очень тяжело будет совладать. И не удается этого сделать. Пошли все-таки в западню. Здесь спрауты нарвались на такие серьезные неприятности для себя. Ох-хо-хо, поборемся еще по ходу, дорогие друзья. Остается только Спиди. И одного он заметил, запалился сам. Вот второй. Про третьего можно, в принципе, догадаться, наверное. Есть хедшот. Кстати, ничего не потерял здесь Спиди. Ну что, по идее, должен поднимать позиционку. Спину вполне логично подозревать. Замечает еще один хедшот. Айван на выпаде. Говорит, братан, прекращай, страшно уже. Хватит нас убивать. Вторая пистолетка за коллективом просто. Ну, пока интересно у нас, конечно, команда. И если забрали первую пистолетку, то тот же коллектив забирает и вторую. Вот такая вот у нас стата получается. По две пистолетки то в ту, то в другую сторону уходит у нас. Ну, а здесь традиционный Зевс в руках у Спиди. Куда он вниз будет десантироваться с ним, как думаете? Мне вот очень интересное решение у Спиди в этом моменте. Пока прокид ХАЕ. Ну, кстати, казалось, больнее заденет, но нет. Ну, в любом случае, это форс. Как бы бомбу не поставили, так что спраут какое-то время еще будут страдать. А прикиньте, если здесь будет зеркалка тому, что мы видели на карте Инферно. То есть там... У тебя же Зевс был, братишка. Ну зачем ты резать-то его бежал? Ну, наверное, ломать решетку собирался, а там как бы уже тело на него смотрит и говорит: ку-ку, как дела? Ну, такое иногда бывает. Теперь Зевс уже есть для деф. Кстати, деф рядом со всем экшеном. Разница в том, что ему нет резона его использовать. Наоборот, благоразумнее почаще раскручивать свой именно МП-9. Ну или давать Святу оформлять трипл-килл. Тут уже на вкус и цвет, конечно. 12-5, и по идее, ну, по крайней мере, двойное преимущество спокойно себе смогут обеспечить ребята из просто... О, спраут, извините. Но для простой это двойное отставание. Пока и... Ну, хоть что-то уже, знаете, после половины 12-3, казалось, уже можно и похоронить по итогу пистолетки, если вдруг все-таки пойдет не так. Но... Справедливости ради отметить, действительно... Просто молодцы в том, что угадали с направлением выхода и смогли грамотно принять рампы. Здесь экономически, так что надежда хоть кого-то да убить. Никто не умирает. С превеликим сожалением это вдруг понимают здесь спрауты. Ну а просто банально никого не теряя уходит в следующий раунд. Девайсный начинается прямо сейчас. И, кстати, девайсный, ну, с точки зрения гранат, не идеальный. И без авика в атаке. Хотя вот глядя на то, что в руках у просто, так я вообще молчу. Не хотят особо тратиться деньгами, понимают, что вот любой раунд на вес золота может быть. И если вдруг они останутся без экономики, это, скорее всего, уже финита ля комедия. И нужно пытаться выиграть раунд от сразу тройки фамосов, от МП-9 и, конечно же, от скаута. Так, Деннис, ну, очень активно там по аутсайду бегает, что-то пытается сгущать краски именно в этом направлении. Дефа уже привлек своей персоной. Ну и там, по идее, должна состояться дуэль против дефа. Ну, пока не торопится. Теперь раскидывается верхняя точка. Но это десант с высокой долей вероятности. Не заметили до конца Фарыча. Но все-таки от размена удается разыграть. Кинзор тоже не идеально. По двоих поставился на лестнице деф. Ну хотя бы фраг успел дать. Но и этого может не хватить. Свят забрал Перси. Теперь это 2-2. Скрон очень битый. Про девятку у него есть инфа и понимание. Айван очень активно шумит. Молотов его сгорает, забирает просто жесть. Спалили Молотовым Деннис. По-царски закинул. Остается только забрать Свят. Свят прокидывает хаешку. Эта хаешка могла бы убить Сикрону, если полетела в нужном направлении. Но, увы, она была не там. А теперь Деннис на 9.
И Святу придется крайне несладко отыгрывать против него. Выход. Не замечает даже Денниса. Из первого же девайсного Спраут забирает раунд для себя. Вот они проблемы. Но здесь в какой-то степени, возможно, как раз девайсы свою роль сыграли. В хедзапе не идеальном было тяжело перекрыть все это. Но остается буквально вот одна попытка прямо сейчас еще немного побороться. У просто 100% железобетонный бай на все деньги. И это их единственная дорога к тому, чтобы вернуться на карту нюк. Проиграют этот раунд, но, скорее всего, уже проиграют и карту. Есть авик, 4 эмки, много гранат, киты. У 4 игроков остается только надеяться на то, что это капец. Друзья, мне больше и сказать-то нечего. Это только что было очень печально. Ну, вообще ноль понимания было о том, что у тебя улицы проходят. Опять же, тоже там... Я понимаю, что дым был немного коварный прокинут, да, и казалось, что с другой стороны будут проходить, но это не повод. Вот так вот на ноге спиной пролетать к позиции Дев. Он в своем молотове только что-то горел или во вражеском все-таки, я, честно говоря, не уверен. Но с другой стороны забрали спиди, хоть какие-то приятные новости. Деннис пытается быстренько смещаться под нижний плент. А, кстати, а где здесь хоть кто-то? Есть Свят на аквариуме. Аквариум будет, конечно, проверяться сразу. Вот вроде бы и неплохо задел НАТО, но добить так и не удалось. Присел, обратный выпад и сразу же оформленный минус. Ну, тачдаун можно оформлять для Спраута. Они просто не до конца понимают, всех ли убили на точке. И не снялся ли там уже хелпующий где-то, что их явно смущает. Ну и пока медлили, уже нарвались на дефа в спине. И не только дефа, там и Кинзор неподалеку. Позиционно все еще неоднозначно может отыграться. Теперь на аквариуме уже защита находится, но вот флешка запалила только что. По крайней мере, одного из игроков дефенса. Его замечает Деннис, понимает, что на вилке есть другой, под которого этот флеш прокидывалось. Вопрос только в позиции Кинзора. Ну, тот, как только откроет дверь, запалится и сам. 18 секунд. Без права на ошибку остается здесь атака, но они ее и не допускают. 14-6. Квадрокилл от Денниса. И отсутствие денег для просто, по ходу дела, где-то так все может и закончиться. Борьба, конечно, хорошая, но что-то, к сожалению, не настолько ее хватает. Ну ладно, увидим еще. Юмпики, М-ка. Да, не так все здорово. Нет авика, но с таким количеством гранат уже хоть как-то можно отыгрывать эти раунды. Ну, увидим. Давайте сейчас посмотрим. Действительно важно, действительно, просто команде просто в первую очередь поверить в себя, наверное, здесь и не отпускать какие-то ситуации. В прошлый раз в моем... Ну, вот, понимание, во многом Спраут морально задавили просто и дальше уже не позволяли им вернуться в игру здесь. Пока не ясно, просто вроде бы неплохо отыграли первую карту, на второй первую половину отыграли хорошо, но дальше что-то пошло совсем не по плану, и их буквально раздавили. Как бы это действительно не стало серьезной проблемой. Гранат мало, нужно рассчитывать на позиционку, взаимодействие, понимание карты, а мы видели, что иногда оно не идеально. Так, есть первый минус, погибает деф. Это, кстати, единственная эмка была, насколько я помню. В стане команды просто, и уже ее лишили здесь игроки. Пытаются проходить, проверять, что там у нас творится за радио. А там творится спиди, который, ну, хоть этого парня еще не смог забрать. Это было бы совсем печально. Мало хп было у спиди, но на себе он успел задержать оппонентов. Интересно, что будет делать просто. Ну, вроде бы и нужно идти выбивать. Но вы 3 в 4... И у вас не будет никакой экономики на следующий раунд. Так ли оно того стоит? Видимо, нет. Такое решение принимает для себя простое. Уходят сейвить 3 девайса. Один из них UMP, калаш. Второй, ну и третий является М-ка. Гранат не ахти. Но это единственное, что остается делать просто. Он надеется на то, что у них удастся взять 9 подряд. Начиная со следующего раунда. В этом же они уже, ну, просто снимают шляпу перед соперником. 9 матч-поинтов для команды Спраут начинаются прямо сейчас, дорогие друзья. И остается посмотреть за попыткой вот просто вывести все на овертаймы. И вот Спраут все же выйти в плей-офф и доказать, что неспроста они первый раз выиграли у простошников. И сейчас явно они намерены выиграть и во второй. Тяжелая борьба, однозначно. Первые две карты были очень насыщенными. Здесь же, ну, внезапно мы вернулись на... Отношения фаворит-аутсайдер друг с другом этих команд.
Ну и Перси очень агрессивно бежит, возможно, слишком агрессивно, но от размена пытается отыгрывать до конца. На голове буквально находится деф у оппонента, и все равно это размены один в один. Фарыч дает фраг, погибает тоже. 2 в 2 теперь ситуация. Спиди вместе с НАТО остаются вдвоем против Свята и Айвана. Много гранат, неплохие девайсы на руках, но тачдаун и потребность выбивать бомбу. Где Айван, известно. Где Свят, я думаю, читается в этой ситуации. Айван, ох, попрострелил на свою голову. НАТО пытается застать врасплох. Будет убивать спину Айвана. Забирает того, прикрывает тиммейта. И это ГГ, дорогие друзья. НАТО Suffix выигрывает карту нюк для своей команды. Бокоподобная игра в защите Навики. Ну и здесь Каваша последние два минуса. И все-таки это 2-1. И именно команда Спраут попадает в плей-офф из группы С по второму посеву. С чем их можно и поздравить. Вот такие дела, друзья. Просто Найстрайна все-таки не хватило где-то опытности и более широкого маппула, наверное, чтобы выиграть этот матч. Ну что, друзья, дальше у нас по расписанию должен был начаться матч между Dream Eaters и Euronics, насколько я помню. Но, к превеликому сожалению, матч отменен. И все-таки Dream Eaters получают техническое поражение, а Euronics проходит дальше в плей-офф без боя. Буквально такие вот дела. Не смогли Dream Eaters принять участие в этом матче. И, к сожалению, из-за этого они заканчивают участие в наших квалификациях. Это означает то, что сегодняшний день подходит к концу буквально на этом матче. Спасибо, что были с нами все это время, дорогие друзья. Совсем скоро нас ожидает еще больше интересных встреч. Вот-вот уже начнется плей-офф, и там должно быть действительно жарко. Лучшие коллективы, которые прошли через групповую стадию, будут бороться за единственный слот на Star Series A-League 6 сезон. Ну а я же на сегодня с вами прощаюсь. Всего хорошего, до скорых встреч и пока-пока. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт.